Скучная лекция — это беда. Это пустые слова в никуда. Скучные лекторы — это ужасно, нудно, противно и даже опасно. Впрочем, ведь время похоже, сильно меняется, лекторы тоже. Этот умный аппарат вам поведать будет рад. Все про землю и про воду, про искусство и природу, про кристаллы и про кошку, и про яблоко с картошкой, и про физику, конечно, и про Прагу с Будапештом, и про горький шоколад. Чтобы очень много знать, все на свете понимать, нужно очень постараться видеть, слышать, увлекаться, думать, чувствовать, читать, на уроках не зевать. Перед вами механический лектор. Его можно увидеть в Москве в Политехническом музее. И если его лекции придутся вам по душе, благодарить надо Николая Николаевича Соколова и его учеников, создателей этой необычной машины. Ну, а это выступление о путях преодоления сил земного тяготения. Если самолет наберет высоту и упадет вниз, предметы в нем потеряют вес. Вот в таком падающем спортзале будущие космонавты учатся управлять своим телом в невесомости. Наука трудная, с синяками и шишками. И без опытного учителя здесь не обойтись. Видите, они как рыбы в воде. Это и есть инструкторы. Странная профессия. Учить других жить и работать в космосе, ни разу там не побывав. Мечтать и не вырваться, учить между небом и землей. Впрочем, учителя живут в учениках, а ученики выходят в космос. О чем рассказать нельзя, видеть надо. Сквозь бег облаков обращает Фудзи ко мне сотню своих обличий.
Эту серию гравюр, посвященную символу Японии горе Фудзи, создал великий японский художник, живший в 18-19 веках, Хокусай, в переводе «одержимый рисунком». Не знать Хокусая стыдно. А это лекция по географии, нет, по физике. Впрочем, сами разбирайтесь. Чтобы не потеряться на собственной планете, человек исчертил ее меридианами. И самый главный нулевой провел через Гринвичскую обсерваторию в Англии. Вот это и есть Гринвичский меридиан. Шагает человек по восточному полушарию, хоп, и он уже в западном, на другой половине земного шара. А вот он ни в каком полушарии, его будто и на Земле нет. Потому что идет он по нулевому меридиану, а ноль, он и есть ноль. Мало того, от гринвичского меридиана мы отсчитываем поясное время. Поэтому слева 11 часов утра, справа, как видите, час дня. Ну а здесь, на нулевом меридиане, полдень. Странно, нам тоже. Мы первый раз снимали сюжет для киножурнала в нулевом пространстве и в непонятно каком времени. Так много в мире тайн, чудес, загадок и открытий, и возбуждает интерес сплошная цепь событий. Друзья, вы все хотите знать, и я скажу вам, братцы, всего на свете не узнать, всего на свете не узнать, но можно постараться.